Хрупкие и ажурные работы Роберта Микельсона точно паутинки, легкие и воздушные. Они завораживают нас своей красотой, красками и изяществом. Роберт Микельсон родился в 1951 году в Америке. С 20-летнего возраста начал заниматься искусством стеклодувов. Он прошел обучение у известного мастера Пола Стенкарда. И свыше 30 лет Роберт Микельсон совершенствует свое мастерство со стеклом и не перестает нас удивлять своими работами. Fair maid in this town, who saw.